Банная печь периодического действия. Вид из комнаты отдыха. Работа выполнена из кирово-чепецкого кирпича Оренберг. Ручная формовка. На смесь Макаровых, печной дом Макаровых, Везувий, печной литье Везувий с экраном из нержавейки. Это у нас сегодня вторая протопка. Сегодня наложили килограмм 5. Вчера истопили 3 килограмма, но до этого мы сушили электропушкой около недели. Печка 5 имеет размеры в плане 5 на 6 кирпичей. Парная 25 кубов. Так вот, 4,20. Так будет 2,40. И высота 2,60. Здесь вот будет дверца. Вот здесь вот входная дверца. Здесь вот перегородка. Такая пойдет. Здесь санузел. Здесь вот душевая будет. Полки буквой Г будут. Так вот, окно для проветривания. Вот вид из парной. Сейчас печь топится на основной задвижке, уже прикрыта на примерно на сантиметров 5. Она полностью вытащена. Вот так вот. Метров на 5 прикрыли. Прямой ход закрыт полностью. Он используется при растопке холодной печи и при продувке каменки. Вот она полностью открывается. Эти лючки у нас для конвекции. Этот лючок. Этот для конвекции, и он же служит для подачи воздуха транзитом через полости вот между контуров облицовочного и шамотным кирпичом внутрянки. Это вот у нас дверца для вторичного воздуха. Она открывается уже при второй закладке, второй, третий, четвертый. При первой она вторичный воздух лучше не открывать, он как бы не работает. Дверца каменка 223. Сейчас осторожно откроем. Также кран сделан. Эта дверца тоже для конвекции. Такая вот красивенькая печка получилась. Эта дверца, вот дверца, она также, когда уже тепло в парной не нужно, она будет служить для подогрева вот этой комнаты отдыха. Такая красивенькая печка. Теперь закрыть. Необычный дизайн получился. Юрий Александрович Шалагин, мастера, и Анатолий. Такая вот красотень еще. Тайга. Очень часто выключают свет. Сейчас тоже в настоящее время света нет. Но нам это уже не страшно. Завтра утром, ранним утром мы стартуем. Сейчас затопили русскую печку. Затопим. Вот, затопили русскую печку, затопим еще у себя, где мы живем, в домике. Печку. Сейчас вот этот Анатолий скидывает все подмости.
Вот дыма практически не видно. Установили кровельный элемент. Крыша сложная. Пришлось еще и внутри кровельный элемент вставлять. Двойная крыша как получилась. Сейчас посмотрим, как русская печка протопилась, сколько градусов. Топим уже где-то примерно минут 40. Закинули килограмм 15. Бой! Вот в этом домике мы живем. Там баня у нас, которую сегодня топить будем. И сейчас вот русскую печку. Эту русскую печку делали не мы, мастера из Босковской гильдии. Печка. Я уже печник ремонтировал, уже и по гарантии ремонтировал, и сейчас вот уже после гарантийный у него ремонт, что-то выдавливаться. В принципе, печка клиента устраивает. Посмотрим. Побелел ли свод? Если свод еще не побелел, вот уже начинает белеть. Сейчас, в принципе, скоро будет и готово. Сейчас еще полешек 5 подбросим. И, в принципе, и нормально будет. Настоится угли, и в угли можно уже будет заталкивать мясо. А так еще камин не показал. А так перевязано все тут шамотным кирпичом. Камин также перевязан на такой 70 на метр. Турбинь за сечение трубы 380 на 380. Ну, в принципе, наверное, скажет, что это многовато. Так вот, даже начинает выгорать вот немного. Печка русская, она для готовки, но печник сделал тут как бы такое большое окно, наверное, чтобы для любования огнем, то для выпечки и для приготовления блюд это не очень-то и хорошо, потому что все тепло, оно как устремляется вверх через открытое такое большое пространство, тут порога мало, газового порога, который нужен для придерживание горячих газов горнили русской печи. Также дрова тоже не горят, не очень-то удобно, потому что нет подъема под и свод. Они такие строго по горизонтали, без подъема, без всего. Я же делаю 6 градусов, 5-6 градусов подъем пода и градусов 10-12 свода. Вот уже выплескивание. Ну, в принципе, нормально.